А это, как видите, призрак отца, что сыну мерещится в стенах дворца. Сценарий по мотивам бессмертной драматургии Шекспира для тюзовского капустника традиционно написала Ксения Жаркова. Актеры Тюза уже много лет доверяют ей быть автором фестивальных скетчей. А дальше начинается сотворчество, импровизация. Самое интересное, что всегда любят в этой труппе. Бесконечный кайф. Вы же видите, как они верещат. Если учесть, что у них до этого был спектакль, и через 45 минут будет следующий спектакль, и люди не жалеют своего времени. Артисты репетируют свой капустник в перерывах между спектаклями. Они выбрали для фестиваля Гамлета, потому что «Соленые уши» в этом году заявили как ведущую тему 450-летия Уильяма Шекспира. Других тайн постановки, а также какую роль в ней сыграет бутафорская крыса из спектакля «Веселый Роджер», они раскрывать не стали. Добавим, последние 7 лет тюзовцы на фестивале капустников «Соленые уши» ниже третьего места не спускались и несколько раз в нем побеждали. Мы это делаем не ради победы, мы это делаем, потому что мы очень любим нашего зрителя и хотим, чтобы они взглянули на пермских артистов немножко с другой стороны, с непривычной. Капустник – это тот редкий жанр, который нам счастье выпадает играть раз в год на фестивале, поэтому они не упускают этого момента. Видите, как стараются. В этом году в фестивале примут участие 10 коллективов, 5 театров Перми, студенты Академии искусств и культуры, театральные коллективы из Кудымкара, Лысьвы, Чайковского и Губахи. Как творческие коллективы Пермского края, крайне редко пересекаемся. А капустники, фестиваль театральных капустников, так же как фестиваль «Соломенная шляпка», они позволяют многим коллективам приехать, посмотреть друг на друга, поюморить на какие-то свои темы. Это способствует объединению творческих сил региона. Начало конкурсного показа фестиваля капустников «Соленые уши» 31 марта в 12 часов в театре оперы и балета. Вход свободный. На гала-концерт 7 вечера, вход по билетам. 1 апреля лучшие номера и выступления участников фестиваля покажут на сцене нового здания Коми-Пермяцкого национального драматического театра в Кудымкаре.